Летом лучший отдых – дача. Такой ответ оказался самым популярным среди подписчиков группы телекомпании «Ветта» во ВКонтакте. Больше 20% считают, что лучший вид отдыха – путешествия. Чуть меньше респондентов предпочитают проводить время у воды. А вот заядлых трудоголиков, которые вовсе не любят отдыхать, оказалось меньше 5%. Какой вид отдыха в летнее время предпочитают пермяки, мы узнали и на улицах города. У нас только активный отдых. Горы, реки, моря, океаны. Только активный отдых. Летний сезон стартовал. Вот куда успели выбраться? Мы в деревне сейчас, потому что у нас родился маленький ребенок. Мы все в деревне, на реке, на огороде, когда прохладненько. Вот у нас отдых сейчас пока. На море. В этом году выезжали? Выезжали и еще собираемся. О, замечательно. Рассказывайте тогда, куда ездили, что увидели. В Сочи ездили. Ну, в Абхазию съездили на экскурсию, на Красной Поляне побывали, Роза Хутор, понравилось все. Ну и у нас, конечно, здесь в Перми съездили на базу спорт, отдохнули, тоже понравилось. То есть лучший отдых на природе, правильно? Ну, конечно, да, не в офисе, как мы сейчас сидим. Вы предпочитаете отдыхать? На рыбалке. На рыбалке? Да. Наверное, с друзьями или с семьей? Естественно. Почему такой вид отдыха? Ну, пора уже, наверное, бегать-то уже не стоит. В этом году удалось уже выехать? А то. Что поймали? Насморк. А у вас? Вы поделитесь, может быть, на дачу ездите, да, тоже рыбачите? Все в работе. Дом, дача. А дома как так отдыхаете что? После работы? Надо же как-то голову все равно разгрузить. Некогда отдыхать. Ремонт, так что пока некогда. Как предпочитаете отдыхать? О, путешествовать по городам. Мы сами из Новосибирска. Но за последние несколько лет Пермь прям преобразилась. За последние 5 лет все в корне изменилось. Город цветет, пахнет, разрастается. Отдых любите активный, тогда советуйте, куда пермякам обязательно стоит съездить этим летом. О, Тюмень, чудесный город. В Новосибирск к нам приезжайте, все там и аквапарк, и погулять. Ну, новые места всегда нужно. На Алтай скатайтесь обязательно, по горам походите. Все, что касаемо активного отдыха. Я на пенсии, поэтому сейчас мой отдых – это дача. Только дача? Она и работа, и отдых, и все много. А, наверное, вместе ездите на дачу? Конечно. Чем там занимаетесь? Абсолютно всем, садовые работы. Наверное, как-то играете еще, развлекаетесь? Это понятно. Купаемся в бассейне, катаемся на велосипеде, играем в футбол.